Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. И у нас очередная серия по игре «Черепашки-ниндзя-легенды». Ну что, давайте заберем ежедневные награды. Две штучки. Отлично. Так, задание. Давайте посмотрим, что у нас выполнено. Я прошел одну серию испытаний. Это хорошо. Открыть колоду. Сейчас мы это сделаем по-быстренькому. Посмотрим, может, нам что-нибудь еще и выпадет отсюда хорошенькое. Ага, Бакстер Стокман, я уже вижу. Ладно, он у нас прокачан полностью, так что не особо я этому рад. Поднять уровень персонажа. Давайте, наверное, начнем искать ДНК. У нас кто там? Пульверизатор, если я не ошибаюсь. И Кирби. Ой, какой Кирби, елки-палки. О чем я говорю? Конечно же, Мандагека. Так, давайте-ка мы посмотрим. Да, на пульверизатора нам искать и искать. До посинения придется. У него очень мало ДНК, так что... будет чем заняться в ближайшее время. Так, давайте-ка вот здесь еще посмотрим. Ну, как мы видим, не очень хороший шанс выпадания нам ДНК на пульверизатора. Две штучки из трех попыток, ладно, сгодится. Теперь ищем нашего Мондагека. Где он у нас там спрятался? Ну, ага, вот он. Ну, здесь, ребят, немножко получше. В плане того, что у него 83 ДНК, уже 84. То есть буквально, может быть, недельку, и мы сможем его прапать. Если, конечно, нам это нужно будет. Так, давайте еще вот здесь три попыточки потратим. Так, вторая попытка, отлично. И третья. Угу, понятно. Так, мы выполнили своим задание или нет? Все отлично. Поднять уровень персонажа только осталось, и это будет у нас... Змейковьюн, наверное, да? Нет, знаете, что мы сделаем с вами? Все так хотят, чтобы я прокачал как можно быстрее Донателло. Давайте тогда, наверное, с него и начнем. Где он у нас? Куда он спрятался? Донателло фильм. У нас Донателло космос. И, по-моему, Донателло классический есть, да? Мы вроде бы как бы его хотели прокачивать. Вот он. Так, навыки. Поехали. Сколько мы можем? Два уровня ему поднять. До 52. Также можем ему прокачать измеритель. До второй ступени. Дон полагается на свои научные знания в начале хода и с вероятностью 10% усилить защиту от воздействия у союзников на 30%. Так, 1000, да, стоит? Ладно, хорошо, давайте сделаем, так уж и быть. Вторая ступень, замечательно. Ну что, а мы с вами, наверное, переходим потихонечку на лигу. Сегодня мы с вами попробуем пофармить ДНК на Сплинтера. Если нам 4 штучки выпадет, то мы сможем его тоже прокачать. Ну, а начнем с турнирочки. Так, Лига Сёгунов, 5-й ранг. Да, как обычно, меня ребята сбросили, но ничего страшного здесь нету. ТМТ. Ага. Слушай, вот это вот нам, по-моему, сгодится. Смотрите, сколько здесь серебра. Конечно, кубков немножко меньше, чем даже, например, вот здесь вот, да, у Роберта. Так, здесь Лига Сёгунов 3 звезды, а здесь 2. Ладно, я думаю, что начнем, наверное, вот именно с ТМТ. Так, Леонардо, да, мы возьмем с вами Лео и будем отыгрывать слабеньких персонажей. Я думаю, что здесь будет у нас Кунаичи, Сплинтер, Шреддер и Эйприл. Хотя нет, ребята, это опасно. Это опасно в плане того, что Лео вряд ли всех положит с одной вертушки. Поэтому я на всякий случай возьму, наверное, сюда нашего Паукуса. Вот теперь я думаю, что шансы будут велики. Давай проверим, убедимся в этом лично. Начинаем, естественно, с вертушки. И смотрим, как все пойдет. Ну вот, о чем я вам и говорил. И, надеюсь, Паукус все-таки сможет пробить их. Опа. Так, Рокстеди, а ты че не падаешь, родной мой? Не надо тут шутить, пожалуйста. Не надо буянить. Ой, у него контратака, ребята. Фу, повезло. Сейчас бы, если бы он не упал, он мог Кунаичи опять прописать. А потом сделать ход и добить ее. Да. Не обратил внимания, ребят, на этот момент и мог бы поплатиться. 91-я позиция, мы с вами в Лиге Сёгунов 3 звезды. Не забываем, что, ребят, сегодня суббота, воскресенье будет завтра, а потом неделя закончится. И мы, скорее всего, получим с вами много платиновых осколков, что нам даст преимущество прокачать одного из персонажей в платиновый ранг. Ну что же, Уман, Александр и здесь Джили, или кто там, я не знаю. Они все абсолютно одинаковые по кубкам. Ну, тогда мы будем брать именно вот Джили. Да, потому что у него послабее герои. Но без Леонардо я опять же здесь не обойдусь. Поэтому возьмем Эйприл, Короля Крысиного. Возьмем Шархана или Тигриный Коготь, как правильно его звать.
И думаю, что здесь мы еще с вами возьмем Змейковьюна для подстраховки, опять же. Потому что Леонардо один не потянет. Хотя, знаете, он непредсказуемый такой герой. Он может даже и вот таких вот шестидесятников с одного удара завалить. Практически у него это все получилось. Но Змейковьюн, вот как раз он у нас был для подстраховки, делает свое коварное дело. Замечательно. Так, интересно, мы с вами сегодня перейдем в мастер или же нет? Как вы думаете? Хватит нам силенок потянуть? Потому что я хочу закончить неделю в мастере, хотя бы пускай даже будет одна звезда. Так, 78-я позиция. Отлично, мы с вами продолжаем наши боевки. Брэдли, Колли, Бен и Эрильда. Эрильда. Так, смотрим покупкам, ребята. Абсолютно все одинаковые. Тут два серебряных персонажа. Тут тоже, но здесь боксер Стокман 61 уровня. Поэтому я буду брать Брэдли. Возьмем с вами этого паренька. И, не знаю, не хочу рисковать. Давайте, наверное, сделаем вот так. И кого-нибудь для подстраховки. Змею Карай или все-таки Рокзара нам здесь взять? Даже не знаю. Давай Рокзара. Знаешь почему? Потому что он, если что, встанет в провокацию. И, надеюсь, наши ребята уцелеют здесь все. Так, ну что, Лео, давай, показывай свой мастер-класс. По-другому не назвать. Тык, опа. А вот здесь, ребята, опасно. В общем, короче, делаем так. Я надеюсь, он не будет применять свой гранатомет. Именно, нейтрализатор. А то будет плохо. Если я его сейчас пробью, то будет хорошо. Отличненько. Ну ладно, что ж. Ой, это тоже массовая атака, ребята. А нет, 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 я ошибся, ошибся. И это хорошо, что я ошибся. Ну, Донни не упал. А так, если сделаем. Отлично, ну что, Лео, все, мы с тобой поквитаемся за твою выходку. Давай, Лео, пробей его. Замечательно, в общем, пока идем с вами хорошо. Ни одной потери у нас не было. Бонусы мы с вами получаем в полной мере. Поэтому мы с вами довольно быстро и легко продвигаемся все выше и выше и выше. Так, какая позиция? 65-я. То есть еще один бой, и у нас будет ровно половина. Так, все, да, серебро у нас закончилось. И пошли, как мы видим, одни золотые ранги. Так, одни золотые. Марк, Джерзи и Бенни. Смотрим. Абсолютно у всех одинаковые кубки. Тогда будем брать самого слабенького. Это будет у нас Марк. Это будет Марк. Так, Лео, давай, возвращайся. И отыгрываем, опять же, роль слабеньких героев. Так, тут 63 уровень, да, есть. Надо быть предельно аккуратным. Я, наверное, возьму здесь Бакстера Стокмана. Потому что у него есть волна, даже две. И я думаю, что этого будет достаточно. Так, ну что, вертушка, как всегда, поехала. Ага. Немножко плохенько, потому что Ванька-стиранка выжил. Нет, 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 не надо. Что ж ты делаешь-то, а? Так, ребятули, давайте, наверное, похиляемся. Хотя вряд ли меня это спасет. И волна. Да, будем применять волну. Все, нам повезло, что у нас не упали вот эти слабые герои. Я имею в виду Боксер Муха и Кирби. Они не прокачанные, поэтому если бы хотя бы чуть-чуть кританул бы у них удар, они бы у меня рассыпались, поверьте мне. Ну, а в данный момент все у нас прошло хорошо. Так, Алексей, и Евгений и Кими. И я вижу, что у нас Алексей, по-моему, да, самый слабенький из всей команды. Хотя вот Евгений хорош тем, что у него, ребята, есть бонусы. Бонусы лучшие, да, 22 здесь вот за каждого героя, то есть на один герой в 5 мы получаем с вами свыше 5 кубков за бой. Но здесь 67 уровень, это придется мне всю элиту свою, да, применять. Поэтому давайте все-таки, наверное, возьмем для разборки Алексея. Так, Лео, ты возвращаешься. Ой, а что у меня там, ребята, с персонажами вообще кисленько все. Донни, нейтрализатор, Армагоша и... опасно, на самом деле. Инициатива Железноголовый, интересно, здесь прокатит быстрее, чем... Видите, здесь есть Микеланджело, который стопудово будет ходить первым и стопудово положит уклонение на всех. Плюс есть Сплинтер, который может повесить немоту, и плюс он еще контрит каждый удар. Ну, если, конечно, у него прокачано это все.
Так, провокатор у меня только... Давайте, ладно, попробуем, я рискну. Провокатор у меня железноголовый. Я надеюсь, он все-таки выдержит натиск противника. Поехали, начинаем с вертушки. Естественно, сейчас сплинтер будет, наверное, бомбить. Ну, а как же без этого-то? Как же... А, все, ребят, все, все отлично получается у нас, потому что железноголовый всех подбивает. Значит, с инициативой у него все отлично. Ну, по крайней мере, против 60-х уровней. Так, двигаемся с вами дальше. У нас, по-моему, ребята, с вами будет последний заключительный бой. Может быть, еще два максимум. Но в мастера я вряд ли попаду. Немножко, конечно, обидно. Как ты здесь, Стефани, вот как ты здесь в серебре оказался? Ты вот мне скажи. Ребят, естественно, я буду брать его. Мне кажется, будет намного проще. И посмотрим, сколько у меня героев остается здесь для раскатки. В принципе, я скажу, неплохо остается. Потом будет Лео, предположим, Рафаэль, Майки и... Так, это четверо. Ну, возьмем какого-нибудь потом еще слабыша. Так, провокатора у меня здесь нету. Нам придется... Так, а у него Донни есть. Он поставит защиту стопудово. Плюс Леонардо со своей крутой атакой и хиллер, да? Но они, опять же, все в серебре. Так, 59 уровень у них, а у меня 60-61. Слушай, это опасно на самом деле. Это опасно, потому что мы можем здесь немножко лопухнуться. Но Крис Брэдфорд явно здесь не пойдет. Поэтому я возьму все-таки, наверное, ребята, Зека. А там уже мы сыграем чисто элиточкой. Один будет слабачок, но я думаю, что нам повезет. Поехали, начинаем с бомбочки. Замедлялка, надеюсь, сработала. Да, на всех сработала. И Леонардо в таком случае, наверное, всех сейчас положит. Изи. Все хорошо. Как я предполагал, так у нас и получилось. И мы с вами продвигаемся дальше. Наверное, будет где-то 20-я, может быть, 15-я позиция. Давай посмотрим. 26-я. Что-то как-то кисленько на самом деле мы с вами стартанули. И опять же, да, опять же у нас пошло одно золото. Ну, кто здесь самый слабенький? Это у нас No Name. Хотя Лика, я даже не знаю. Она уже в Лиге Мастеров находится. Нет, я не буду рисковать, я возьму No Name. No Name, потому что у него, ребята, не обозначено погоняло или псевдоним. Или никнейм, как проще сказать. Раз, два, три. Слушай, сюда опасно брать малыша. Так что, с вашего позволения, я, наверное, возьму Зека. Да, потратил два откатика, но оно того стоит. Слушай, да нет, такой командой надо было мне идти, конечно же, где 22 кубка разыгрывается. Фиг с ним. Ну, лопухнулся, так лопухнулся. Погнали. Зек бросает бомбочку у нас. Причем довольно неплохо бомбанул. Смотрите, сколько здоровья отнял. Может быть, в данном случае выживет только Рокстеди, хотя я в этом не уверен. Нет, все-таки он выжил, и поэтому его добивает Крис Брэдфорд. Все, ребята. Я хочу сказать, что сегодняшний вот бой на арене у нас прошел очень хорошо. Единственная проблемка, что мы не дотянули с вами до мастера, но у нас еще будет завтрашний день. Ну и, возможно, я вечерком еще поиграю. Я, наверное, все-таки перейду в мастера, как только откатится у меня возможность брать персонажей в очередной бой. Ну что, а мы с вами переходим на испытания. Во-первых, у нас есть испытание «Живи долго и играючи», которое мы не прошли с вами еще, да? Но это мы будем с вами чуть-чуть попозже делать. Я вот хочу пойти на учителя сплинтера. Естественно, я очень хочу получить ДНК. И давайте приступим. Посмотрим, кого нам, во-первых, дадут. Ой, какая красота, ребята. Вот это я называю красота. Практически вся имба у меня в сборе. Поэтому сплинтеру здесь будет очень тяжело. Очень тяжело. Ну что ты тут делаешь? Ну что ты, успокойся, парень, давай. Тут даже, ребят, не будем никакого уклонения делать. Будем бомбить напрямую, потому что он 40 уровня. Ну, вы сами понимаете, да? Все будет изи. Самое главное, что мы с вами получаем сразу же 2 ДНК на сплинтера. А нам нужно, сколько там, 4 или 6, я уже точно не помню. Ну, давайте мы пройдем, сколько сможем. Ну, а в дальнейшем уже глянем. Так, эпизод 2. 7 сыра тратим. Так, тут уже 50 уровень. Для нас это все равно еще должно быть изи. И самое интересное, ребята, что он здесь один. Нет никакой вспомогаловки у него. Так, а вот это вот плохо. Это плохой удар, довольно коварный. Ладушки, давай-ка будем бомбить. Так, а если проникающим? Ну-ка. Опа, неплохо, да? Очень даже неплохо, и Рафаэль его добивает. Отлично. Значит, сверху мы получаем еще 2 ДНК. И если на следующем эпизоде мы побеждаем, у нас будет 6 ДНК. И этого будет достаточно для того, чтобы прокачать сплинтера.
Единственное, что я не уверен, хватит ли у нас сюрикенов. И, кстати, мутагена тоже. Ну что, 60-й, да, это уже, ну, практически на пределе. Сейчас, может быть, даже будет кому-то плохо. Здесь уже, я думаю, надо будет применять уклонение. Так, он бафается. Причем все бафы он ложит именно на себя. По идее, он должен, ребята, ложить один доступный баф на себя из выбранного. Но здесь, как видите, он положил на себя все. И ускорение, да, и крит атаку, и отхиливание, плюс еще защита. Поэтому давай попробуем вот так его пошурудить. Неплохо, половину здоровья отняли. Можно, в принципе... А давай-ка вот так вот, пробивным. Может, постепеночка повесится. Не повесилась, ладно. Но уклонение-то работает, по крайней мере. Ну, у меня, ребята, поджог прокачан, поэтому есть вероятность. Да, постепенный урон. Шикарно. Ты смотри-ка, он довольно крепкий, да? Он выдерживает постепенный урон, и он его не убивает. А давай-ка вот так попробуем. Пробьем или нет, как думаете? Пробили, но слабенький урон. Да посмотри, его постепенный урон просто не берет. А если мы так сделаем? Все, ребята, он упал. Слушайте, ну это круто. 6 ДНК за одну каточку. Отлично, может быть, пойдем с вами еще на один эпизодик сходим. Но там уже, наверное, будет... А, даже 3. Даже 3 ДНК. А ну-ка, давай глянем-ка. 70-й левел. Да, ребята, это уже будет тяжело на самом деле. Но, тем не менее, он пока еще в золоте. Он не в платине. Так что я думаю, что есть смысл побомбить. Правда, у него будет инициатива просто бешеная. Он сейчас будет по два раза ходить за ход. И, как видите, уже Микеланджело получает урон. Поэтому делаем с вами уклонение. Не знаю, как нам это поможет, но попытаемся. Так, отлично. Рафаэля придется, ребята, брать в провокацию. Потому что он может нам сейчас майки уложить. Так, ну что, поджог или бомбить? Нет, давай поджог сделаем. Сработает? Ох, как хорошо, ребята. Не зря, конечно, мы это все дело качали. Давайте я лучше здесь захиляюсь, я не буду атаковать его, потому что это для нас чревато. Так, ну что, бафы. Поехали, бафы. Ладно, а если мы с вами вертушечку применим? Ну-ка. И остается лишь только добить. Кто у нас будет добивающим? Сейчас глянем. Ага, нет, Рафаэль не пробил. А вот так если сделаем. Воу-воу-воу, это какая у тебя там защита? Так, ёлки-ты-палки, это подстава, ребята. Это подстава, ладно, давай сделаем двойную атаку. Сейчас удар будет, да? Сейчас он ответочку вдаст. Опа, промахнулся, шикарно. Ну тогда добиваем, наверное, его. Да чтоб тебя. Ты, ой. Рафаэль, тихо. Тихо ты. Ты посмотри, что происходит, ребят. Я даже не знаю, я... Или бомбить... Нет, я, наверное, хильнусь все-таки. Да, я сделаю отхил. Может быть, зря, конечно, сделал я это. Ну ладно, попробуем. Так, ой-ой-ой. Ребята, нужно брать теперь провокацию железноголовым. Хотим мы этого или нет? Давай-ка я врублю ярость, чтобы у нас была усиленная атака. Ага, и теперь я возьму провокацию на железноголового. Все, мы понизили ему скорость. Остается лишь только дожать, добить его. Ну, это будет, наверное, проблематично. Ох, Майки, ты красавчик. Ты красавелла. Но он все-таки добил его. Причем у него была повышенная атака именно по сплинтеру. Ну, вы сами понимаете, ребят, да, что на 80-е, вот на эти вот, лучше не лезть. Но он нас порвет. Он нас порвет здесь, как тузик грелку. Я даже сюда не хочу суваться. И давайте посмотрим, что у нас идет по списку. Да, по красоте. Ну что же, он у нас получит. Сейчас посмотрим, что нужно. А, всего лишь 5000 мутагена. Ну, конечно же, ребята, мы его повышаем до 4-й золотой звезды. Так, и открывается у нас это пассивный скилл, ребята, слово сенсея. Благодаря постоянным тренировкам и обучению черепашек искусству ниндзя, сплинтер готов ко всему. Вероятность контратаки 25%. Повышает защиту на 20%. Но это будет на 7-й ступени. То есть вероятность контратаки у нас с вами открылась. И это круто на самом деле. Я могу даже еще ему уровень поднять. Но пока, я думаю, не стоит. И еще не забудьте то, что мы можем с вами теперь фармить эти этапы, которые прошли на 3 звезды. Так, где у меня сплинтер? Давайте-ка кое-что глянем. Сейчас, по-моему, нужно искать на него 100 ДНК, да? Если я не... Подожди, я где-то его пропустил. Сплинтер, ты где?
Не прячься от меня, я тебя все равно найду. Вот он, ребята, спринтер. И давайте посмотрим, сколько нужно. Так. Подожди, я, наверное, не туда. Не так смотрю, ребята, не так. Сплинтер, хорош. Так, давай-ка вот так, найти. Учитель Сплинтер. Да елки-палки. Как мы раньше с вами смотрели-то, я не могу понять. Чтобы определить, сколько нам нужно. А, ну вот же, что я туплю-то. Ребята, у нас в данный момент 6 ДНК есть, нужно 100. То есть в наших же интересах, соответственно, фармить этот этап. Ну, я кое-что хочу глянуть. А знаешь, что в данный момент? Я хочу посмотреть, что у нас тут происходит. Сможем ли мы или нет? 70-е уровни, да? Мне дают, в принципе, ну, я бы не сказал, что это имба. И я бы не сказал... Ну, ладно, давай попробуем один разок. Просто хотя бы глянем. Естественно, нужно проходить потихоньку платиновые испытания для того, чтобы получать вот эти вот, ребята, осколки для прокачки сложных скиллов на наших героев. Естественно. До 7-й ступени. Так, я думаю, что здесь нам стоит взять провокацию на всякий случай. Так, ну пока держим. Давай, наверное, вот так вот еще сделаем с вами. Контратака повесился. А вот это шикарно. Это очень круто. Три волны здесь, не забываем об этом. Пиу, готов. И добивной. Отлично. Так, переходим на вторую. И смотрим, кто у нас здесь. А, ну здесь пошли черепашки. Так, я думаю, что здесь нужно в первую очередь... Хотя, давай Рафаэля, у него... По нему у нас повышенная атака идет. Ну-ка. Ну, полздоровья снесли. Так, волна. Шикарненько, я тебе могу сказать. Так, интересно, постепенно его подобьет или нет? Но надо... Здесь нужно нам уничтожить Майки. Майки фильм упал, потому что, ребята, был бы отхил на следующий ход. Так, Ванюш, не подведи. Отлично, сработано. Отличненько. Так, когти. Я думаю, что упадет он. Давай попробуем тогда... Давай защиту включим. Давай включим защиту дополнительную. Опа! А вот здесь косячок произошел. А вот здесь произошел, ребят, косячок. Потому что не... Вот тут хорошо все вышло. Ладно, добиваем Лео. И вот у нас, ребята, очередная шайка-лейка. Ой, какая мощная на самом деле команда. Поэтому я, с вашего позволения, начну с Майки. Ой, что это такое? А замедлялочка сработает? Нет? Да ладно. Вы... Ой, надо было Рафа бомбить, у него повышено... Так, слушайте, если мы сейчас сделаем массовую атаку, да? Он добьет стопудово, Рафаэль добьет у нас Ваньку Стиранка. Как пить дать? Ой, да он вообще слабак. Ну вот, вот чего я и боялся. Уклонение, теперь мы будем с вами мазать. Кого-то минусануть хотят, да? Так, Баксер Стопман, что ты выдержишь или нет? Давай проверим. Хоть попадем по кому-нибудь. Почему-то я не удивлен этому на самом деле. Будем сейчас мазать. Ага, меткость понизили. Все, Раф взял провокацию на себя. И это очень плохо, потому что при каждой атаке Рафаэля, естественно, он будет бомбить нас. Да. Мы промахиваемся, он, конечно же, нет. Даже неудивительно. Да елки ты палки, он еще и хиляется. Да чтоб тебя. А у меня хилера нету, вот что я хочу тебе сказать. Ну что, бомба... Это будет смертельно. Это будет смертельно, господи. А мне нечего делать, ребят. Я не могу пропустить ход, поэтому приходится мне вот так вот делать. Да. Не среагировал? Ага. Ну, в принципе, это хорошо тогда. Блин, у него провокация. Зэк, придется нам делать. Оу, мимо. Ну, почему у меня нет хиллера? О, нет, только не вертушка, нет. Твою же налево, ребят, он подбил мне одного бойца. Ну и что? Получается, что я все-таки еще слабоват для этих, ребят, затей. В плане того, чтобы бомбить тут, проходить. Обидно, печально, конечно. Но как нас рассыпали на последней волне. Просто вот, знаешь, вот, как ничтожество распетрушили. Да. Очень плохо. Очень плохо. И на это, наверное, добивающий удар. Нет? Бакстер Стокман, естественно, ребят. У него, кстати, неплохая физуха, вы видели, да, сколько отнимает здоровья, но, как бы, понимаете, это нас мало спасло. Ладно, все, я понял. Сюда я суваться пока не буду, поэтому давайте, наверное, потратим весь сыр, который у нас еще пока остался, именно сюда. Может быть, что-нибудь
путные достанем. Ну, естественно, доллары выпадают. Рафаэль, который, ну, не нужен мне сейчас в данный момент. И остается 20 сыра. Это две попытки. Так, Леонардо, да господи, ну... Ну, почему... Ну, эй... Кунаичи, ладно, хотя бы Кунаичи. Так, а мы можем вот... А, здесь 6 минимум. Ладно, ребята, естественно, я буду пытаться нафармить себе сплинтера еще за этот период, до конца 3 дня, ну, скажем, грубо говоря, 2 дня, а не 3. И мы с вами переходим «Живи долго и играючи». Так, ага, переходим. Тут же у нас тоже тратится сыр, господи. Господи, ладно. Я думаю, что завтра мы с вами пройдем. Но сейчас можем в данный момент одну боевочку с вами сыграть. И посмотрите, кого нам дают. Нам дают всех красавцев. Всю самую соль, как говорится, моего сбора. То есть это получается имба. Отличная команда, которая, естественно, будет всех тут нагибать. Так что поехали. А, тут можно автобой врубить. Потому что, ребят, ну это... Понимаете сами, да? Тратить на это время. Они на автобой их просто распетрушат. Всех, всех вражин наших. И сырок у нас, к сожалению, закончился. А это говорит о чем? О том, что нам придется ждать отката. Да. Я не знаю, если, ребята, я вечером созрею. И если вы этого захотите, может быть, запилим еще одну серию. Ну, что мы там с вами можем? Поиграем немножко на арене, да? И можно, в принципе, дофармить вот это испытание. Живи долго и играючи. Может быть, даже пройдем его полностью. Хотя, что-то мне говорит о том, что мы сдуемся где-то на эпизоде 7. Потому что кожеголового мне не одолеть, скорее всего. Хотя, кто его знает. Ну, и вроде бы пока все, да? Пока все. Давайте мы с вами обменяем ДНК на сюрики. Это я имею в виду излишки, которые у нас с вами образовались. Опа, навыки. А, вот это красота, ребята. Это красота, но не хватает у нас мутагена. До 6-й ступени мы можем ему прокачать поджог. Кстати, это надо будет обязательно сделать. Вы сами понимаете, да? Постепенный урон очень хорошая штука. То есть дает нам преимущество перед врагом. Ну, а пока меняем просто-напросто ДНК. Так, здесь у нас тоже, да, излишки. Естественно, все это, ребята, идет на обмен. На обмен, потому что... Когда у нас неделька кончится, да, и мы с вами получим платиновые осколки, нам нужно будет очень много сюриков для поднятия в следующий ранг, а точнее в платиновый. Так, подожди, что-то не то, да? Что-то не то. Ладно, дорогие друзья, давайте будем закругляться. Если что, может быть, мы увидимся с вами еще и вечерком. Ну, а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.